этаже восьмом. Как-то под вечер после выходных дней, не дожидаясь лифта, я решил спуститься пешком. Это была не лучшая из моих идей. Ощущение сложилось, будто я попал в ад. Как будто конец света все же наступил. Только Бычков как будто здесь курила рота солдат. Причем один из них все время поссать в угол ходила. В подъезде моем, как после атомной войны, здесь лишь насрать осталось для дополнения картины. И загадили его не ровеснички мои, а упоротые ягой малолетние кретины. Бутылок столько, будто здесь ликера, водочный завод. И я вообще не понимаю, как тот, кто все это выпил, он, видать, без печени живет. Ведь он не самый первый, самый главный враг. Я понимаю, холод, негде молодежи тусить. Я сам могу порой в подъезде постоять. Но как такую дрянь в таких количествах можно пить? И как в подъездах, сука, можно засрать? А в подъезде моем, как после атомной войны, здесь лишь насрать осталось для дополнения керосины. И загадили его не ровеснички мои, а упоротые ягой малолетние кретины.
Для меня не проблема. Что? У меня миллион денег. Просто сейчас где все в обороте в моем собственном бизнесе. Я убил твоего кота, сука обдолбанная. Господи, за что? Я решил, что это положит конец нашему роману. Ты убил моего... Кого твоего? Чего, блядь? Что, сука, не так? Да я себе башку прострелю, если ты вспомнишь, как звали кота. Давай, говори, как его звали? Как звали драгоценного малыша? Скипи, скипи. Господи, а какого он был цвета, сука? А ну не ори на нее, блядь. Заткни свою жирную сраку, Рэйви. Я не могу и пачки сигарет купить, чтобы не повстречать 9 рыл твоих ебарей. Черт. Ветер с новыми порывами качал березы. С неба капал дождь, в букете увидали розы. Абонент вновь, вне зоны действия сети. Встреча ровно 6, но время 7 без 10. Какими новыми отмазами меня порадуешь? Ну, вот этого не надо. Уж я слышал это 1000 раз. Залепи свой ротик, киса, все ложь пиздешь. А ты херовая актриса. Глупые предлоги, типа нет даже минуты. Ты походу думала, что я конкретно ебанутый. Закрывал глаза, пытался верить в эту ложь. Нашим отношениям цена ломаный грош. Хотела поиграть, блять, мною не получится. И только лишь дурак на своих ошибках учится. Не жди звонков и смс, грустить не буду. Все себе переварю и обязательно забуду. Ну-ка, иди-ка нахуй, сука, иди-ка нахуй. Иди-ка, сука, нахуй, ну-ка, сука. Иди, ну-ка, иди-ка нахуй, сука. Иди-ка нахуй, иди-ка, сука, нахуй. Нас с тобой не по пути, ну-ка. Иди-ка нахуй, сука, иди-ка нахуй. Иди-ка, сука, нахуй, ну-ка, сука. Иди, ну-ка, иди-ка нахуй, сука. Иди-ка нахуй, иди-ка, сука, нахуй. Нас с тобой не по пути. Иди нахуй. Ну-ка, иди-ка нахуй, сука. Иди-ка нахуй, иди-ка, сука, нахуй, ну-ка, сука. Иди, ну-ка, иди-ка нахуй, сука. Иди-ка нахуй, иди-ка, сука, нахуй. Нас с тобой не по пути. Ну-ка, иди-ка нахуй, сука. Иди-ка нахуй, иди-ка, сука, нахуй, ну-ка, сука. Иди, ну-ка, иди-ка нахуй, сука. Иди-ка нахуй, иди-ка, сука, нахуй. Нас с тобой не по пути. Я изучал тебя достаточно долго, подруга. Но мне надоели эти сопли и недуги. Телефонные звонки и снова прости. Меня заебало это и достала ты. Я агрессивен на тебя, поэтому кричу. В голове моей только музыка, но я так хочу. Так хочу жить с тобой, но конкретно надоело. 40 крики, слезы, но все это не по делу. Из раза в раз обман, кто-то что-то сказал. Ты где-то там, а я тут, все по делам. Не видел таких сук, но дешево играть. Посмотри со стороны, быстренько картину составишь. Я не мудак, меня не наебешь, запомни это. Не надо злиться, обижаться, это просто куплеты. Куплеты злые, сука, но пацаны поймут. Такие суки, как ты, просто нахуй идут. Ну-ка, иди-ка нахуй, сука, иди-ка нахуй. Иди-ка, сука, нахуй, ну-ка, сука. Иди, ну-ка, иди-ка нахуй, сука. Иди-ка нахуй, иди-ка, сука, нахуй. Нас с тобой не по пути. Ну-ка, иди-ка нахуй, сука. Иди-ка нахуй, иди-ка, сука, нахуй, ну-ка, сука. Нихуя себе! Ебануться! Блять, охуеть! Ебаться в рот! Пиздец нахуй, блять! Словарный запас у тебя богатый. Откуда будешь? Пацанчик, хулиганчик, интерес мой до небес. Шестиструнная гитарка, 600-й Мерседес. Я пацанчик, хулиганчик, я гуляю допоздна. А потом самый красивый, уезжаю в номера. Зима тихо заметает, ничего, пойду пройдусь. В кабаке шансон играет, он разгонит мою грусть. Коньячку мне граммов 200 принесет официант. И с душою в танце песни потанцует хулиган. Я пацанчик, хулиганчик, интерес мой до небес.
Шестиструнная гитарка, 600-й Мерседес. Я пацанчик, хулиганчик, я гуляю допоздна. А потом самый красивый, уезжаю в номера. На свободе третий месяц и не слышен лай собак. Я баванду и столовку поменял на кабак. Я гуляю, я балдею, ведь со мной мои друзья. По-другому не умею, я больше не пацан цыка. Я пацанчик, хулиганчик, интерес мой до небес. Шестиструнная гитарка, 600-й Мерседес. Я пацанчик, хулиганчик, я гуляю допоздна. А потом самый красивый, уезжаю в номера. На шее цепь жутит, и на пальцах по болту. Возьми глинка, душу греет, и наводит красоту. Рядом девочка-красавица, в обнимочку сидит. Сейчас допьем мы коньячку, и дальше будем с ней кутить. Я пацанчик, хулиганчик, интерес мой до небес. Шестиструнная гитарка, 600-й Мерседес. Я пацанчик, хулиганчик, я гуляю допоздна. А потом самый красивый, уезжаю в номера. Ничего не случится, слушай. Куда ты торопишься? Как куда? К музыке на гостиницу нужно. Такое случилось, слушай, да. Серьезные проблемы у нас сегодня, братец, конкретно. У нас, брата, пойдем срочно образом. Давай быстрее, да. И что мне двери открываешь? Я понять не могу, я что, на девочку похож, а? Я швейцар. Какая разница, кто какой национальности? Швейцар, француз, армянин? Нет разницы! Вы не понимаете, это моя работа, я швейцар! Ах ты, националистическая мразь, я тебе еще раз говорю! Нет разницы, национальный момент не поднимай, из-за таких, как ты, войны начинаются! Вы не понимаете, это моя работа, я двери открываю, я швейцар! Какая разница, какой национальности человек открывает? Двери! Как? Кака, да куда мы идем? Охренеть, это крыша! Где на крышу, Кака? Музыку нужно найти, братан, срочным образом, братан! Данил, а может здесь нельзя находиться? Дима, а то, что мы с ними делаем, можно делать. Вон музыка! Еще музыки, только облака. Данил, возьми. Давай. Как раз я тебя людям покажу. О, привет! Вау! Вот это вид! Класс! Музыка, привет! Привет, привет, молодежь! Что ты тут делаешь? За городом смотрю! Ты что тупые вопросы задаешь? Не перебивай человека, за городом смотрит, не отвлекай! Имей уважение! Музыка, братан, извиняюсь, у меня серьезный мухам проблема. Помоги, родной. Что случилось? Не томи, говори. Музыка, у нашего близкого серго сегодня мухам конкретный, слушай, замес.
А что такое? Пацан в больницу попал, вот такая вот недопонятка, слушай. А ты что, Серёжка, и в больницу? Да, прикинь, за него жопу порвать надо. А ты что, никогда такого не было, чтоб Серёжка в больницу попал, да? Сегодня хипишь вечером, нужно спрячься под мостом. Я тебя понял, родной, сейчас мне 30 минут дай. Там Хасик талант должен сдать, я посмотрю, сдал он или нет. Что так воняет, как в больнице? Братан, а что ты хотел, когда в больницах не воняло? Ты как будто бы вчера родился. Смотри, смотри, братан, что я говорю. Что это, кровь? Братан, это 50 оттенков Серго, значит он где-то рядом. Опять у Серго инцидент, братан! Хорош! Здорово! Мой родной, братан! Здорово! Мой золотой, ты здорово. Почему перевязанный, мой родной? Каха, как почему? Ты же знаешь, братан, я всегда всем все прямо в лицо говорю. Свет, братан, свет! Конечно, братан! Что у тебя топор в спине делает? Кто это сделал? Кто? Братан, это я понял, в Адлере с одной армянкой хотел замутить, блядь. Да ладно? Да, как выяснилось, у нее, блядь, брат есть! Ни хрена себе, сука! Ты б еще в Афганистан пошел боевикам бороды брить! Я ему про Адлер, он про Афганистан! Афганистан по сравнению с Адлером это, блядь, десерт, ёпта! Брат, ты во сколько хипиш этому гордону назначил? Каха, через полчаса! Поехали, братан, поехали! Порядочно, не будем проебывать! Поехали! Куда он поедет с такой травмой? Едь без него! Слышь, ты чё базаришь? Бля. Ты чё базаришь? На хипиш не ходят только женщины и терпилы, блядь. Топор в спине — это технический момент. Конечно, нихуя себе. Я из-за какого-то инструмента порядочность проёбывать не собираюсь. Ну нихуя, блядь, не понимаешь, не базаришь, а карабаски. Ты сох, ёбаный, блядь. Ради бога, я просто за его здоровье переживаю. Я дал за его здоровье переживать не надо, блядь. У него и так вагон здоровья. Он в детстве, братан, в тазик с айраном упал, братан. У него здоровье, как у боксера, у Зиданова. Пойдем на хипиш, братан. Я посмотри сюда, ёпта. Братан, мы их положим, братец, пойдем. Здоровье, ёпта. Блядь, Игорь Николаев на Королёву столько раз не дрочил, сколько я людей повырубал, блядь. И у меня, ёпта, на это 5 причин. Братан, где они, братан? Каха, здесь где-то должны быть. Братан, порвем их точно здесь? Да, да, вон они, Каха, да, вон. Ох, нихуя себе, братан. Передерни, брат. Да что делаешь, это не передерни, а автомат передерни, шакара, пацаны. Ау, зачем автомат? А что? Боженька, нам на что язык, да? Сейчас пообщаемся, все нормально будет, разгоним ситуацию. Конечно, что, не знаешь, что автоматы нельзя с собой нафигать, брат, ложи. Там же не какие-то индейцы собрались. Пойдем, братан, музыка за Серго, поговорим, хипишем вам подними. Здорово, мне непосредственно Каха звать. Хорошняк, пацан, волк по жизни, косяков за спиной не имею. Кто моему близкому топор в спину воткнул? Это я! Каха, это он сделал, он! Встань, иди сюда, братан, ответь, за что ты топор воткнул? Он мою сестричку оскорбил. Братан, мы все под одним небом живем, хлеб кушаем, ты берешь топорами и машешь, братан. Конечно, на каком основании вообще в человека можно топором кинуть, а? Я просто так ничего не делаю. Я вам не индейец какой-нибудь. Братан, ты свой тон со мной. Давай сюда, красноперый мусорок вызвал. Бля, кто? Ёбаный рот. Мусора, да. Сука, мусора, бля. А кто из вас нашу сестричку оскорбил? Я с мусорами не разговариваю. Красавчик в цвет, братан. Братан, ты на погоны не смотри. Я могу их снять, братан, и так с тобой пообщаться. Отдайте мне копейку. Отдайте, слушай, не стесни ясно, да? Зачем ты пацана топор кинул? Он знаешь, что сделал? Он моей сестричке в Инстаграме лайк поставил. А нахуй!
смеешься, Ишак Карабаский, серьезный разговор, дебила, кусок камеру выключи, я тебе сказал. И что сейчас мы поставили? Твоя сестренка его спровоцировала. Никакой провокации не было, она вообще там на фото с бабулей. Я бабуле лайк ставил вообще. Это ты вообще охуел, эй! Хватит, о! Бабуле во имя бабушки за победу поставил лайк. Она же в Первой индейской войне участвовала. Ну да. Ну вот и все. А ты как? Все, братцы, расход, понял тему? Расход, братуха, расход. Давай, давай, мой золотой. По рукам. Конечно. Не обессудьте. Давайте все, пацаны. Недопонятка просто, понял, не оператор? Недопонятка прошла, понял? Он лайк поставил бабуле за победу. Серега, давай, просто, братец, такие недопонятки бывают. Музыка, братан, я... Я лайк не за победу ставлю. Тихо, не говори, заебал. Я за сиськи бабушке тормози, поставлю. Тихо, ну тормози, сейчас переедут. Давай нормально уйдем, пойдем. Просто у него сиськи были. Аба, говори с калашами надо. Нет, говори. Взяли. Инстаграм же создан для лайка. Ну да.